Ну что, всем привет. Начинаем новый влог. Чтобы дойти до самого крупного торгового центра на Пхукете, нам нужно пройти 200 метров. Что я только что и сделала. Я хочу что-нибудь там посмотреть. Мы бываем там очень часто, потому что, ну, грех не пользоваться магазинчиками, которых сейчас в России нет. У нас разные бренды, Balenciaga, Dior. Ну, нам это не нужно, потому что зачем? Мы пойдем искать Zara. Миллион разных напитков, которых у нас никогда не было. И это очень круто. Каждый раз, когда мы приходим, я не знаю, что делать. Я хочу это. Очень хочется попробовать. Но я останавливаюсь всегда на Pink Drink. Это сладенькая водичка розовенького цвета. Кубичка. Я не знаю, что там. Но любимый Bath & Body Works. Знаете, что это? Это Zara. Так, я уже в примерке набрала тут немножко одежды и покрасить. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. На кого они шьют такой 34-й размер? Как так? Yes. Тианой я еще не была. О, Dragon Drink какой-то. Я практически туда не ходила. А если и ходила, то покупала всякие блески. Да и все, потому что многие бренды сейчас есть уже в золотом яблоке. Так что золотое яблоко, давайте сотрудничать. Если вы можете сдать своих детей. Также я знаю то, что недавно вышла Барби. И она вышла на английском языке, естественно. Можно, наверное, сходить, понять. Думаю, прикольный экспириенс. Попкорн. Мне кажется, она везде уже есть, такая будка. Давайте TikTok снимем, еще понимать, что здесь написано. Будет разобраться. Правильно? Правильно. Поэтому будем снимать ТикТоки. Весной у нас вообще не было сим-карты. Ходили как дурачки 3 недели без интернета. Все-таки нужен был, потому что мы заказывали такси, много было проблем с этим, потому что такси приезжает, а нас как бы, ну, нет. Теперь у нас есть сим-карта, интернет, у меня 20 гигабайтов, мне этого достаточно. Живем мы в Олдтауне, это старый город, тут много вот всяких магазинчиков, очень красиво тут, не то что на Патонге, не то чтобы там ужасно, плохо и грязно, фу, нет. Нет, просто это совсем другой. Там больше как курортный район. А вот там мне очень даже спокойненько. У нас есть машина, мы можем в любое место поехать, что к морю, нам ехать 20 минут. Новости у меня две. Одна очень хорошая, вторая еще лучше. У меня еще появилась одна маленькая сестренка. Она родила мою сестру, когда мы улетели. Прям в самолете уже сидели. Есть вторая новость. Мне сделали предложение. А я теперь замужняя женщина. Невеста сейчас пока. Что мы здесь? Сейчас я покажу вам, что тут вообще имеется. Как вкратце. Ну, сосисочки. Такая вот курочка. Такую я не люблю брать. Мяса очень много. Ну, неплохо выглядит. Во всяком случае, получим то, что там. Деловая я такая, не могу. Подушечки есть, полотенца. Тут все, что душе угодно. Я хочу сделать сегодня курицу с томатом соусом. Еще бы понимать, что да как. Хотя они уже все такие нам родные, но я все равно не могу найти нужный продукт. Брали в прошлый раз вот эти. Вот такие.
Посмотрим, что тут по составчику у нас. Очень даже неплохо. Наполитана. Молодец. Последнее осталось. Наверное, вкусное. Возьмем. Ну что это такое? Что это за чудо? Чудо, которое калорийное и, наверное, все-таки невкусное. На картинке выглядит красиво. Очень красиво. Уже почти на финише. Какой-нибудь колбасы. Ту, которую любит мой человек. Где колбаска? Вот она. Вот эту берем.